представляем вашему вниманию мышь от компании Afotech модели G9550FX. Это беспроводная оптическая мышь, работающая на неровных и рельефных поверхностях. Уверенная работа с помощью инновационной технологии V-Track. Усиленный оптический луч глубоко проникает в структуру поверхности, благодаря чему мышь быстро и четко работает на любых покрытиях. Если вы любите расположиться с ноутбуком на кровати или на ковре, эта мышь для вас. Если вы хотите сделать свою работу за компьютером более легкой и быстрой, обратите внимание на правую кнопку мыши. В зависимости от направления движения руки, она может выполнять до 16 различных функций. Например, увеличить, уменьшить, прокрутка влево, прокрутка вправо, копировать, вставить и так далее. Также программное обеспечение позволяет осуществлять навигацию в 4 направлениях. К одному приемнику можно подключать до 3 беспроводных мышей и клавиатур от компании Afotech разных серий и не менять приемник мыши. 2 дополнительными клавишами на корпусе мыши можно изменять значение DPI. Оптическое разрешение составляет от 800 до 2000 DPI. Также возможны такие значения, как 1000, 1200 и 1600. Общее количество клавиш – 5 и колесо прокрутки. Радиус действия приемника составляет до 15 метров. В комплект входит одна батарейка типа 2А, а также USB-приемник, который работает на частоте 2,4 ГГц. А на нижней части корпуса мыши расположились кнопка «Включить-выключить питание мыши», а под крышечкой – место для хранения приемника, место для батарейки. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.